Саженцы крыжовника Орликин отличаются небольшим количеством шипов, что значительно упрощает садоводу сбор урожая. Сами же плоды имеют средние размеры и вишневый оттенок. На вкус они кисло-сладкие, как и многие крыжовники. Крупномеры крыжовника Орликин, средней густоты и средней раскидистости. Плюсы данного сорта. Высокие показатели в плане урожайности. Слабая ошипленность. Устойчивость к росе мучнистой. Орликин был получен путем скрещивания таких сортов крыжовника, как африканец и челябинский, вобрав в себя все лучшее, что в них есть. Крыжовник Орликин – это многолетнее растение. Крыжовник прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для любых типов почв. Крыжовник Орликин имеет средний срок созревания. Цвет плода черный. Вкус кисло-сладкий. Обратите внимание, что крыжовник Орликин – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.